41 человек погиб, более 2000 пострадали в результате землетрясения на японском острове Кюсю. Из-за стихии в районе полностью прекратили движение скоростные поезда Синкансен. Отменены все рейсы в аэропорту Кумамото. В отдельных местах пропала вода и электричество. По данным властей префектуры Кумамото, подземные толчки разрушили более 1500 строений, в том числе несколько культурно-исторических объектов. Самая сложная ситуация в деревне Минамиаса. Там землетрясение спровоцировало несколько мощных оползней, а также обрушение 200-метрового моста через реку Кура. Минобороны Японии уже направила в деревню 1500 солдат. В ближайшее время к ним должна присоединиться еще 1000 человек. Отметим, в субботу в Японии произошло также извержение вулкана Аса. Он выбросил столб пепла и дыма на высоту 100 метров. Тем не менее, специалисты не связывают два природных явления.